Да. Привет. 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 Это у тебя бомба в руках? Это джойстик. Что ты с помощью него делаешь еще? Записываю голос. У меня такой вопрос вам ко всем. Что бы вы сделали, если бы проснулись с девушками на 8 марта? Я бы повесился. Я бы сказал бы, я не знаю. Я бы изучал новое тело. Я бы хотел попробовать свое новое тело. Так, самые неожиданные подарки, которые вы дарили. Лук. Что? Что? Лук. Лук? Такой красивый лук, знаешь, большой такой. Вот такие вот. И что она с ним делала? Она? Это она сразу, может, это я. А, ну, может быть, я же, ну, окей, хорошо. Лук. А ты что дарил? Я дарил лопату. У меня друг подарил горшок, я ему в ответ подарил лопату. А мы сейчас говорим просто про подарки или на 8 марта? Или на 8 марта? А, на 8 марта. Я лук подарил, да. Ну, из такого неожиданного я фейерверк подарил. Я периодически скандалы дарю, так получается. Бывает, да, бывает такое. Так, песенка, которая в голове с утра крутилась. Ну, мимо нас пьяное солнце. Хорошо, спасибо. Спасибо. Большое.